Да, большие уже года. Каждый старался делать для себя вот эти вот утирочки. Это когда у нас праздники вот вешаем мы всегда. И когда похороны, всегда вот тоже вешаю. Вот без них у нас не делаются похороны. Вот у нас такой обычай. А этот сундук, когда я замуж выходила, вот это его справили. Так, такие были тоже у нас обычаи. Вот у каждого, кто замуж выходил, делали сундуки. Сундуки, чтобы тут все хранилось. Это вот обычай наш такой, вот в такой одежи хранить. А как вот сейчас, уже не во всех это есть. Просто костюмы одеваете. Вот мы это не всегда одеваем, это только на праздники. А домашняя – это другая одежда. Это вот занавески, как у нас называется. Не пару, это как наподобие фартука, но это занавески. Вот. Ну, шерсть эту надо помыть хорошо, надо расчесать, надо на прялке тонко отпрясть. А потом станки были, где вот ткали. Я даже, ну, это при моей памяти, но я не ткала. Вот станки, и вот это все ткалось там. А потом уже красили, кто какой цвет захочет. Ну и шили. И одевались. И было нарядно, и красиво. Это для нас. Для других, может, это не так, это все важно. А для нас это очень, мы гордимся своими предками, которые вот они все это сделали.